Из-за повышенной летней температуры уровень озера Бурабай понизился на 35 сантиметров. Таким образом, притоки водоема пересохли. Однако после кратковременного дождя наполнилось течение реки Сарбулак, что привело к притоку свежей воды в озеро Бурабай, на которую массово вышел малек рыбы породы чебак. При большом скоплении мальки сразу же погибают, пояснили специалисты. Инспекторам пришлось собрать около 6 килограммов мертвой рыбы. По их словам, такое природное явление не наносит вред фауне водоема. Результаты анализа показали, что качество воды не менялось последние 15 месяцев. Все показатели находятся в норме. При большом скоплении малька слабые особи погибают. Это называется естественным отбором. И никакой тут угрозы, никакого замора тут нету. Это естественный процесс. То есть слабые особи, они в природе погибают. После проведения анализа воды еще были отобраны образцы погибшего малька. И они направлены для исследования в северный филиал ФТО научно-производственного центра рыбного хозяйства. В данный момент они еще заключения не дали, ведутся исследования.